Кроме Украины, в заседании Совета командующих пограничными войсками участвовало 10 стран – Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Туркменистан. Был представлен на заседании также антитеррористический центр, ОДКБ, исполнительный комитет СНГ. Руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулешов отметил, что проведен анализ обстановки, который складывается на внешней границе, и скоординирована работа по укреплению пограничной безопасности. Сформирована погранчасть и на территории Республики Крым. На территории Республики Крым создано пограничное управление по Республике Крым пограничной службы ФСБ России. В настоящее время завершается его комплектование, но хотел бы подчеркнуть, что пограничная деятельность в этом субъекте федерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отдельной темой стало обсуждение ситуации, связанной с выводом из Афганистана коалиционных сил. И здесь нужно быть готовыми к возможному обострению обстановки, угрозам, связанным с нарастанием наркотрафика, проникновением незаконных вооруженных формирований на территорию Содружества. Мы принимаем тоже меры по усилению границы с Афганистаном. Формируем дополнительные подразделения специального назначения на этих регионах. Мы по всем параметрам готовимся к охране государственной границы. Сегодня были подведены итоги работы обеспечения пограничной безопасности в ходе проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр. Поблагодарил сочинских пограничников глава города Анатолий Пахомов, также принимавший участие в заседании Совета командующих. Олимпийские игры, да и последующие международные мероприятия, их достаточно у нас много было уже, и регата международная, и всевозможные конференции, заходы круизных лайнеров. Они говорят о том, что сочинские пограничники, выполняя все свои служебные обязанности, это делают ненавязчиво. Совет командующих пограничными войсками был создан в 1992 году с целью координации деятельности пограничных войск государств-участников СНГ и для выработки единой политики на внешних границах Содружества. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.